В Абае прошла встреча с победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», победителем международных и республиканских соревнований по боксу Аблайханом Жусуповым и заслуженным тренером Республики Казахстан Бауржаном Аманбаевым. Мероприятие посвятили проекту «100 новых лиц Казахстана» и 30-летию независимости Республики Казахстан. На встрече с молодежью Аблайхан Жусупов рассказал о своей спортивной карьере, вспомнил свой первый бой и поведал о подготовке к следующим соревнованиям. Организаторы мероприятия отметили, что в этом году город Абай отмечает 60-летний юбилей. В музейном зале «Город Абай. Частица суверенного Казахстана» есть витрина, посвященная спортивной тематике.